Александрович, добрый день. Добрый день. Устраивайтесь поудобнее. А как долго, кстати, вы занимаетесь Иваном Грозным? Ну, лет, наверное, 20. Что вы поняли о Грозном за это время? Нет государей безнадежных, и нет государей безупречных. Вот это я понял. Тогда начинаем работать. Фигура Ивана Грозного, первого русского царя, вызвала в нашей истории такое количество дискуссий, причем дискуссий жарких, страстных, какую вызывал, может быть, ну, разве что Сталин. Споры начались еще в XVI веке, продолжились в XVII веке, то есть тогда, когда еще живы были те, кто жил в царствовании Ивана Грозного. Говорили, с одной стороны, что он муж чудного рассуждения, то, что он стоятелен за державу, и вместе с тем отличали то, что царь был легок, когда речь шла о пролитии крови собственного народа. Споры продолжились в XIX веке, в XX не прекратились они и в наши дни. Что здесь главное? Главное, пожалуй, то, что эти споры идут по чрезвычайно непродуктивному пути, который только затрудняет восприятие русской истории вне стереотипов. Этот путь можно назвать баррикадным. На одной стороне баррикады, именуемые Иван Грозный, стоят люди, которые утверждают, что Иван Васильевич был блистательный стратег, человек, который вел страну от победы к победе, и который вынужден был в силу исторических обстоятельств выжигать измену и предательство каленым железом. Другая сторона баррикады откликается мнением прямо противоположным. Потому что Иван Васильевич был безумный или, во всяком случае, полубезумный маньяк, тиран, деспот, который напрасно убил много тысяч людей, который вел страну от поражения к поражению, который давил все честное, все то, что составляло лучшую часть умов своей страны. Я должен констатировать то, что ни первая позиция, ни вторая, к сожалению, не близки к правде факта. Самое важное, что надо усвоить по поводу царствования Ивана IV, это то, что он формально правил страной 51 год. Неформально, то есть действительно, 30-35 лет. Ни один великий государственный деятель, ни один правитель не может за столь длительный срок все сделать хорошо или все провалить. Все превратить в триумф или все превратить в трагедию. Правление Ивана Грозного, оно, можно сказать, через полосно доброе, перемешано в нем со страшным и трагическим. Достижения с поражениями, большая кровь, одновременно и с успехами в политической или просветительской сфере. Надо всматриваться в его царствование крайне внимательно. Прежде всего, хотелось бы сказать, что само принятие царского титула, это произошло в 1547 году, было важнейшей политической реформой. Фактически Россия приняла политическое наследие Константинопольской империи, Второго Рима. В Московском государстве мыслили себя как Рим III, как Второй Иерусалим или, по древнерусской традиции, как удел Пречистой Богородицы. Великий князь московский, принявший царский титул, говорил о том, что он отныне является, ну, говоря современным языком, правителем всей православной цивилизации. Кроме того, царь – это монарх, который находится на более высокой ступени власти, чем великий князь московский. Скажем, великий князь московский – это первый среди знатных людей, среди князей Рюрикова рода на Руси. Царь не первый, а высший. То есть он возносился над своей аристократией на недосягаемую высоту. Итак, для начала поговорим о том, что можно условно назвать Иван IV плюсы достижения. Конечно же, прежде всего, когда смотрят на
территорию державы по результатам правления того или иного государя, то анализирует в первую очередь границы, насколько они продвинулись вперед, отступили от прежней своей конфигурации в пользу государства или наоборот, не в пользу. Ну так вот, при Иване IV, конечно же, величайшим завоеванием было завоевание Казанского ханства. После целого ряда кровопролитных войн в 1552 году Казань была взята. В этом походе Иван IV участвовал лично. Поход был крайне тяжелый, рискованный. Жизни первого русского царя угрожали ситуации, в которых он мог потерять и здоровье, и просто остаться на поле боя или оказаться в плену. Но, тем не менее, ну, что называется, Бог помог, и, собственно, совокупная мощь русской державы, созданная при деде Ивана IV, при Иване III, дала возможность с достаточно серьезными ресурсами прийти на эту войну и выиграть в ней. Позднее уже не сам Иван IV, а его воеводы присоединили Астраханское ханство. И таким образом все течение Волги оказалось частью России, частью Московского государства и пребывает в этом статусе до наших дней. Вот это территориальное расширение – это, конечно же, яркое достижение правления Ивана IV. Но к нему можно добавить то, что был проведен ряд реформ, необходимых для страны. В частности, появилось стрелецкое войско. Эта реформа вооруженных сил чрезвычайно важная. Стрельцы просуществовали до XVIII века. А пехота, которая вооружена была ружьями, или, как тогда говорили, огненным боем, и для обороны крепостей, для их взятия, для битвы в поле, когда необходимо свою кавалерию поддержать огнем ружейным, стрельцы были просто незаменимы. В 1550 году был введен новый судебник. Первый судебник, то есть свод законов, ввел Иван III, создатель России. Второй судебник, уточненный, расширенный, более полный, ввел его внук Иван IV. И для русского права это чрезвычайно крупное достижение, собственно, достижение европейского уровня. Наконец, огромным достижением Грозненского правления было введение книгопечатания. В Москве в 1564 году под руководством первопечатника по имени Иван Федоров был отпечатан апостол, то есть часть Священного Писания, который совершенно точно, по выходным данным, печатался именно в Москве, именно при Иване Грозном и при двух митрополитах. Собственно, идея, очевидно, начала реализовываться при митрополите Макарии, а доведена была до конца при митрополите Афанасии. Сам царь, человек, который интересовался книгами, который был по тем временам хорошо образован и сам был писателем, и чрезвычайно много сделал для того, чтобы книгопечатание в стране развивалось. Тяжелейшая война, которую Иван IV вел в течение около четверти столетия с перерывами, Ливонская война, закончилась тяжелым поражением и большими территориальными потерями. Северо-западная часть Новгородчины с рядом городов и крепостей оказалась у противника под контролем, а там было русское православное население. Те территории, которые были ранее завоеваны большой кровью, большими усилиями русской армии в Ливонии, на территории Великого княжества Литовского, например, богатейший город Полоцк, который был когда-то центром княжения, или город Нарва, они были отобраны у России. И это, конечно, говорит уже не в пользу Ивана IV. Совершенно так же не в пользу Ивана IV говорит то, что в 1571 году татары крымского хана Девлет-Гирея, прорвав оборону русской армии, добрались до Москвы и сожгли ее. Этого не было со времен Тахтамышевой рати 1382 года. Это была одна из величайших трагедий 16 столетия. Ну и кроме того, к концу правления Ивана IV очень большая часть страны была в экономическом плане разорена, обнищала, оскудела. Наконец, последнее,
Иван IV, будучи лично верующим человеком, как писали авторы 16-го столетия, в рот куска не клал, предварительно не перекрестив. Тем не менее, крайне жестоко обошелся с собственной церковью. Был убит опричником Малютой Скуратовым бывший митрополит Филипп. Был убит святой Корнилий Псково-Печерский. Было казнено, оказалось в ссылке, претерпело мучения, гонения огромное количество священников, монашеских властей. В том числе источники до нас доносят то, что один из архиереев, архиепископ Новгородский, даже подвергся травле собаками, что уж совсем нехорошо говорит об отношениях между православным государем и православной церковью. Кто-то видит в опричнине некий высший духовный орден, предназначением которого было служение православному государю, очищение страны от изменников. Другие говорят, что это личная гвардия царя, которая охраняла его, семью и убивала его врагов. Разного рода источники доносят до нас количество жертв приблизительно около 5000 человек. Опричнина, вообще говоря, отчитывает свою историю от первых месяцев 1565 года. В 1571 году царь начал постепенно ее отменять, и в 1572 году отменил последние учреждения, которые от нее оставались. То есть около 7 лет. Была ли она гвардией? Нет. Была ли она духовно-рыцарским орденом? Нет. Это гораздо более прозаическое учреждение. Это плод административно-военной реформы. Он выделил из земель России территорию, которая подчинялась ему непосредственно и прямо. Здесь он составил собственную думу, собственное войско, собственный административный аппарат, дал определенные судебные льготы опричникам, то есть служилым людям на этой территории, пребывавшим и подчинявшимся лично ему по отношению к земцам. Земцы – это те, кто жили на остальной территории России, то есть в земщине. Вызвана была опричнина двумя причинами. Первая из них лежит на поверхности – это спазм военных неудач на театре Ливонской войны. Неудачный бой 1562 года, поражение в большом сражении в 1564 году, бегство воеводы князя Андрея Курбского. Тогда же, в 1564 году, окраины России подверглись разрушительному нашествию крымского хана, который поразил на этот раз рязанские земли. Иван IV, который видел то, что значительная часть административно-военных дел находится в руках у знатнейшей аристократии, сделал ставку на то, что его опричная армия будет более мобильная, более верная, более преданная. Вторая причина состояла в том, что вообще за время первой части правления Ивана IV аристократия взяла себе слишком много власти, с его точки зрения. То есть он считал, что вот именно такое распределение власти ведет к слабости в военных делах, ведет к, как бы сейчас сказали, коррупции в делах административных, а причину он считал своего рода панацеей. Стала ли она панацеей? По всей видимости, нет. Опричное войско в полевом сражении добилось успеха без помощи земцев один единственный раз. Это битва под Зарайском в 1570 году. Остальные успехи были достигнуты либо взаимодействие с земскими войсками, либо это была уже не победа, а неудача, как в 1571 году, когда, в частности, и опричный дворец, находившийся на Арбате, был татарами сожжен. И опричные полки потерпели поражение, их воевод казнили. Таким образом, получилось так, что упование, что опричнина станет той силой, которая повернет войну в нужное русло, которая выручит царя на фронтах Ливонской войны, в общем, оказалось тщетным. И в 1572 году наступил момент истины. Последняя горсть боеспособных войск была брошена навстречу
очередному нашествию Девлет-Гирея, и у Молодей нанесла в тяжелейшей трехдневной битве поражение крымцам. Но это поражение было возможно только в ходе общей тактической работы. Там были и опричные воеводы, и земские. Они, сражаясь плечом к плечу, противника опрокинули. Вскоре после того, как отгремели сабли у Молодей, опричнина была отменена. Территориальное деление страны на опричную и земскую часть исчезло. Исчезла опричная дума боярская, исчезло опричное войско, исчезла опричная администрация, помимо того, что находилась при особом государевом дворе. Кто остался из опричных кадров на высоких постах? Те, кто прославился в качестве карателей, палачей, пыточных дел мастеров, вот они ушли. А кто-то погиб, как Малют Скуратов, в боях на Ливонском театре военных действий. Кто-то постепенно был отведен от высоких властных полномочий. Но так или иначе, к началу следующего царствования, царствования сына Ивана Грозного, святого блаженного государя Федора Ивановича, несколько десятков опричных выдвиженцев сохранилось у власти. И это в основном были люди дельные. Хорошие полководцы, хорошие дипломаты, хорошие администраторы. То есть те, кого опричнина подкинула несколько выше, чем они могли претендовать по своей знатности, по своим родовым правам. Был ли доволен опричный сам Иван IV? Нет, иначе бы он ее не отменил. Была ли опричнина необходима? А вот это вопрос чрезвычайно сложный. И вот именно к этому вопросу я призвал бы относиться с величайшей осторожностью. Да, Россия должна была избавиться от пережитков тех времен, когда страна являлась фактически коллективной собственностью семейства Рюриковичей, расплодившегося, и их почетных родовитых слуг, бояр. И утверждение самодержавия и первенства служилого принципа над родовым, аристократическим, по всей вероятности, было просто неизбежным для развития России, для сохранения за ней статуса великой державы. Другое дело, то, что сам этот процесс должен был идти медленнее. Опрично это до того радикальная реформа, до того сильным было сопротивление, которое, кстати, вызвало эти бесконечные казни, что в какой-то степени она напоминает попытку произвести политическую революцию сверху. А русская культура, она к таким радикальным реформам, к таким революциям сверху не была готова. Отходя от вопросов политических, мы должны бы коснуться личности самого Ивана Васильевича, первого русского царя. Очень многое объясняется и в этой его реформе, и в других государственных действиях его. Во-первых, его юностью, несчастной сиротской юностью, а во-вторых, его верой. С одной стороны, в 3 года он лишился отца, 8 лет матери. Родился в 1530 году, в 1533 году ушел его отец Василий III, великий князь московский. В 1538 году умерла также его мать, княгиня Елена Глинская, регенша. И после этого фактически рядом с маленьким мальчиком и в значительной степени помимо него правила Боярская дума, то есть боярское правительство. Собственно, сам он был фактически безвластен и возвращал себе постепенно рычаги власти на протяжении очень долгого времени. И подозрительность в отношении своих подданных преследовала впоследствии Ивана Васильевича всю жизнь. Ощущение сиротства, одиночества, небезопасности, конечно же, без конца заставляло его предпринимать меры предосторожности. До определенного момента они были оправданными. А вот казни в опричную эпоху, которые обрушились на Россию, я сказал, что 5000 человек доказанных жертв. Для России это было очень много. Это было чудовищно много. Подавляющее большинство этих жертв уложились в достаточно небольшой период между зимой 1567-1568 годов и 1571 годом. Вот, собственно, сам этот относительно недолгий период
Он потряс Россию. В политической культуре страны государственного террора в принципе не было. То есть, бывали казни, конечно. Бывали, что казнили очень знатного человека. Бывало так, что казнили 10 человек. Елена Глинская казнила однажды 30 человек. Страна просто была потрясена. Во все летописи вошло 30 человек мертвецов. Невероятно. Не бывало такого. А вот когда при Иване IV счет пошел не на десятки, а на тысячи, в частности, опричный разгром Новгорода в 1570 году, это наибольшее количество жертв, многие подданные государя просто не понимали, что это такое. Происходит нечто немыслимое, невозможное в православной державе. Многие считали, что это поветрие решать политические проблемы принесено с Запада. Собственно, Торквемаду придумали не у нас, Марию Кровавую сделали своей королевой не русские, и шведский король Эрик XIV тоже, в общем, к России отношения не имеет. Мы установили при Иване Грозном отношения со многими западноевропейскими государствами. И, конечно, вот эта страшная политическая привычка решать проблемы с помощью массового государственного террора – это зараза, которая пристала к нашей культуре издалека. Это своего рода эпидемия, которой мы заразились, в том числе и сам Иван IV. Важный момент – то, что на закате своей жизни Иван Васильевич считал свои деяния ошибочными. Он фактически выказал раскаяние в них. В последние годы жизни Иван IV велел составить синодики жертв своих и рассылал щедрые пожертвования на помин души этих людей. Огромное количество людей вошло в эти синодики, они показывают масштаб христианского раскаяния государя. Наша история – это собрание притч, и религиозных, и культурных, и общественных, и политических. Эти притчи надо продумывать, пропускать через себя, видеть во всей сложности. Не позволяйте своему мышлению превращаться в набор лозунгов. Лозунги истины в себе не несут, истина сложна. Как я уже говорил, царствование Ивана IV через полосно. Триумфы и трагедии перемежались в нем. Но попытавшись нарисовать все либо одной черной краской, либо одной белой краской, вы потеряете живые смыслы этого периода русской истории. Благодарю вас за внимание.